Генос, а это еще что? Мастер, это люди, которые смотрят наше видео, но по какой-то причине не подписаны на наш канал. Думаю, если мы их попросим, если им напомним, они обязательно подпишутся. Ладно, погнали. Понял. Не надо смотреть без подписки. Ты слышал мастера, так что подпишись, или я испепелю тебя. Серебряный клык здесь? О? Ну, здравствуй, Щичи. Глубоко извиняюсь, но я где-то оборонил свой коммуникатор. Вы можете выдать мне новый? Ну, ладно, без проблем. Я подготовлю для вас один. Щичи, вы знаете, что нужно сделать. Серебряный клык не будет частью этой команды. Отправьте его по своему пути, не раскрывая детали операции. И насчет Гарроу. Вы получили какую-нибудь новую информацию о том, где он может прятаться? Мне кажется, прямо сейчас он должен быть вместе с той группой монстров, но... Нет, мы не получали никаких отчетов с важной информацией. Ясно. Серебряный клык, вы проделали восхитительную работу, уничтожив многоножку старейшину вместе с Кингом, но... Почему в тот раз позволили Гарроу сбежать, несмотря на то, что он был прямо у вас перед глазами? Это действительно произошло из-за того, что в вашу битву вмешались монстры? Пытаетесь сказать, что я специально дал ему удрать? О, прошу прощения, в последнее время столько всего творится, и на какой-то момент я позволил этому хаосу взять над собой верх. Я попрошу одного из своих сотрудников принести вам новый коммуникатор. Подождите здесь пару минут. А теперь прошу меня простить, но у меня еще есть срочные дела. Кажется, они тебя подозревают. Думаю, пора уже вытащить кота из мешка. Они должны знать, что ты не смог прикончить его, потому что поддавался в том сражении. Я ни капли не поддавался. Отлично. Хвоста за мной нет. Я просто спрячусь здесь ненадолго. Но главный вопрос состоит в том, как мне выбраться из этого здания. Чем это ты тут занят? Бэнг! Что ты здесь делаешь? У меня были тут кое-какие дела, хотя тебя я могу спросить о том же. Был срочный созыв всех героев С-класса, так что меня тоже притащили сюда. А я ничего об этом не слышал. Знаешь, Бэнг, если подумать, ребенок император сказал, что мы не должны делиться с тобой информацией об этом. Ой, да ладно тебе, мы же ели одно на Б, разве нет? Мы теперь хорошие друзья, так что веди меня в курс дела. Они собираются штурмовать штаб-квартиру Ассоциации монстров? О, так вот оно что. Подумать только, они оставили нас за бортом. Полагаю, они утратили доверие к нам с Геносом. Взять дитя в заложники? Фу, ну и дикари. Я был так занят погоней за Гарроу, что совсем забыл прочесть утреннюю газету. А Сайтама в курсе, что вражеский оплот располагается в этом городе-призраке? Не-а, думаю, он даже понятия не имеет. В противном случае,
Он бы просто отправился туда и разнес это место в одиночку. Сейчас тактический отряд вторжения готовится отправиться в руины города Зет, где каждый из его членов будет следовать своему отдельному маршруту. И да, это значит, что одна из зон ляжет под мою ответственность. Так что я хотел бы попросить вас кое о чем. Это идет вразрез с приказами ассоциации, но... Серебряный клык. Бомб. Давайте прихватим кибердемона с лысиком. И все вместе отправимся по моему маршруту, стараясь не привлекать к себе внимания, разумеется. Гару должен быть там, да? Он и его действия все еще моя ответственность. В таком случае, возьми меня с собой. Понял. Давайте встретимся у дома Сайтамы, как и вчера. Отлично. Тогда я сейчас же направлюсь туда. До встречи. Блин, это было близко. Теперь я нервничаю чуть меньше. Кинг, вот ты где. Что-то случилось? Нет, вовсе нет. Все в порядке. Мотор Кинга прекратил рокотать. Должно быть, он заточил свою волю, сделав ее подобной ледяному клинку. Меня вызвали на битву против ассоциации монстров. Так как же вышло, что они отменили этот вызов? Почему они сказали мне держаться подальше от этой операции? Единственный вариант, что приходит мне в голову, это Тацумаки. Опять помешавшаяся на своей гиперопеке. No! Сестра, ты ведь никогда не начнешь меня уважать, да? Можете звать меня эгоисткой, но с ассоциацией монстров у меня есть личные счеты. Эта ведьма, она опозорила меня на глазах у сестры. Главная сила группировки «Метель» состоит в постепенном и постоянном наборе очков благодаря беспрестанному тяжелому труду. Но из-за них нам пришлось прекратить всю свою деятельность. Я отомщу и покажу всем мощь новой группировки «Метель». Безрассудные требования, но благодаря совету мастера Сайтамы я теперь сильнее, чем когда-либо. На этот раз твой апгрейд слишком уж безрассуден. Эта конфигурация настроена на одну лишь атакующую силу, и в ней нет какого-либо баланса. Я поднял твою механическую силу настолько, насколько позволяет крепкость брони. И это значит, что тебе придется биться, тщательно контролируя свою силу. Если ты высвободишь всю силу, то зайдешь за рамки условий эксплуатации, при которых детали могут не выдержать нагрузку, и те сломаются. Тебе действительно стоит использовать это лишь в качестве крайней меры.
И даже если ты решишься сделать это, возникнет вопрос того, как применить эту силу наилучшим образом. Временное ограничение высвобождения составляет 10 секунд. Более того, даже твое тело может не выдержать этих нагрузок. Если энергетическое ядро взорвется, ты распрощаешься жизнью, киборг ты или нет. Слушай внимательно, Генос. Не используй полную свою мощь дольше 10 секунд. Если ты так сделаешь, то тебе конец. О! Чего тебе надо на этот раз? Ты ведь не думаешь, что тебя рады видеть в этом доме в любой момент, когда тебе захочется сюда прийти? Уж кто бы говорил. Кажется, ты тут вообще чуть ли не живешь. У тебя нет права говорить об этом. Мы с мастером находимся в надлежащих отношениях учителя и ученика. Я являюсь действующим жителем этого дома. Я снимаю комнату и плачу по счетам. Снимаешь комнату? Но ведь это здание даже не принадлежит Сайтаме, верно? Технически он вообще живет здесь незаконно. Генос, он пользуется тобой. Ну да ладно. Ты получал какие-нибудь известия из Геройской ассоциации? Они связывались со мной, но... Я давно знала, что они предпримут какие-нибудь действия, понимаешь? В конце концов, похитили сына главного спонсора ассоциации. Может, они пока не нашли убежище монстров? Если бы нашли, мастер Сайтама разнес бы его одним ударом. Мастер, я вернулся, и моя починка полностью завершена. Сайтама, приветик. Я пришла устроить стратегическое совещание и... Его здесь нет. Может, он ушел по делам? Гляди, он даже не допил свою воду. Может, ему что-то срочно понадобилось? Он с нетерпением ждал распродажи. Но она только через 2 дня. Что ты делаешь? Его геройской униформы здесь нет. Должно быть, что-то случилось. Приветствую, Сайтама. Прости за очередное вторжение. Мастера здесь нет. Он вышел? Какая жалость. А мы тут с Кингом собрались штурмовать вражескую базу. Что? Так координаты их убежища были определены? На самом деле, кажется, оно довольно близко. Как говорится, хоть и спрятать хорошо, спрячь у всех на виду. Генос, пойдешь с нами? Разумеется. Кажется, я все же смог сбросить их с хвоста. Кинг, вот ты где. Привет. Так, все уже собрались? Кроме Сайтамы, его не было дома. Что? Вот черт, это ведь должна быть одновременная атака со всех сторон. У меня попросту нет времени на ожидания. Каким будет твое решение, Кинг? Стоит ли нам дождаться возвращения мастера Сайтамы?
Или сейчас же отправиться на поле битвы? Дождаться Сайтамы, верно? А? Отличная работа, Кинг. Я даже не рассказала тебе свой план, а ты уже расставил все фигуры по своим местам из тени. Верно? В такой масштабной войне сила Сайтамы нам просто необходима. Когда мы нанесем удар, то нанесем его все вместе. Все мы, члены новой группировки «Метель». Итак, что же нам делать, Эй! Эй! Вы что, игнорируете меня? Кинг, если ты пропустишь совместную операцию, то не выполнишь свои обязанности перед остальными героями С-класса, верно? Вы все должны пойти первыми, а я останусь здесь и буду ждать мастера. Как только он вернется, мы догоним вас. Звучит как хороший план, Генос. Разве вы хотите пойти туда без Сайтамы? Серьезно? Тогда в путь! Давайте покончим со всем этим до темноты. Все за мной! Новая группировка «Метель». Начинаем нашу миссию. Помогите. Сайтама, чувак, где же ты?